Результатом межведомственного взаимодействия Департамента образования и Департамента культуры стал образовательный проект «Урок музея». Операторами проекта являются городской методический центр и Мосгортур. Проект позволяет использовать уникальное социокультурное пространство мегаполиса и предоставляет возможность провести уроки по любым школьным дисциплинам непосредственно в музее города. Уроки проводятся учителями, которые используют универсальный конструктор урока. Он позволяет составить занятия в соответствии с индивидуальными особенностями класса. Все задания построены с использованием экспозиции музея, что помогает обеспечить междисциплинарный подход, объединить знания из разных школьных предметов в целостную картину мира, выработать умения, необходимые для реальной жизни. Эти уроки в музеях, они, конечно же, несут межпредметный характер. Полученные знания учащимся, они способствуют достижению более высоких результатов и, самое главное, я думаю, всестороннему развитию личности каждого ребенка. В сентябре 2018 года проект «Урок музея» перешел на принципиально новый уровень. Открылась возможность проводить в музеях столицы полноценные учебные дни. Например, экспозиция Мемориального музея космонавтики позволяет провести уроки по математике, физике, иностранному языку, литературе, географии и даже физической культуре в рамках одного учебного дня. Новая возможность вызвала ожидаемый интерес. Только за четвертый квартал 2018 года участниками проекта «Учебный день музея» стали более 8 тысяч школьников. Учебный день музея – это очень интересно, потому что ты можешь намного глубже изучить предметы, которые ты проходишь в школе. Также это день полный впечатлений и тем более без домашнего задания. Присоединяйтесь к проекту и следите за новостями на его официальном сайте.